настоящий момент вот она прям считает и показывает процентное соотношение. Эта система позволяет в режиме реального времени проконтролировать все, что происходит в фермерском хозяйстве. Уникальностью является прозрачность всех процессов для управления. Руководитель, когда открывает нашу систему в своем предприятии, он видит в реальном времени. У него карта полей, насколько каждое поле обработано визуально, где какая единица техники находится, какую работу она выполняет, на сколько процентов, с каким агрегатом, какой механизатор, с какой скоростью, с каким уровнем топлива. То есть все детализировано, он видит в реальном времени. Владимир Коршунов – генеральный директор компании. К нему обращаются за электронной картой даже представители африканских стран. По его словам, программу разработал еще 6 лет назад. Сейчас многие фермеры поняли, что работать с ней выгодно. Мы когда начали у одного из клиентов устанавливать систему, он на посевную заготовил 80 тонн солярки. Когда у него прошла посевная, выяснилось, что он по факту вот, с использованием нашей системы истратил только 40. То есть это вот экономия, которую вот, по сути мы получили от использования агросигнала. Мировая экономика уже много лет является цифровой. А российская экономика последние годы тоже становится таковой. И сельскохозяйственный бизнес, он тоже должен стать цифровым. Без этого в будущем не выжить. Наша система, она как раз делает сельское хозяйство цифровым. Она помогает выйти на иной, на более высокий уровень. Оперативные технологии агросигнала уже активно используются во всех районах Саратовской области. Компания планирует развиваться дальше и закрепиться на федеральном и зарубежном рынке.